знаю как, но Элой нам поможет. В мои системы проникла программа «Демон» неизвестного происхождения. Трассировка показала, что она носит именование «Гефест». Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на создание опасности. Доклад неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные данные. С нами говорите. Это имя тебе знакомо? Да, но я не знаю, что он здесь делает. Может, душа расскажет в других посланиях. Да, может быть. Пойдемте дальше. Я хотел ее просто отключить, но это рискованно. Вдруг при перезагрузке она дезориентируется или вообще повредится? Как объяснить эмоциональному эквиваленту ребенка, что ему... придется впасть в кому, возможно, на долгие годы. И что она увидит, когда очнется? Очень много. И я поищу путь дальше.
переправить Алрею и Аратака. Ну, порядок. Теперь мой черед. Кто слышит, переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению. Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Ноября. Об операции «Свобода» раструбили по всем новостным каналам. На нас идет Руи Фаро. Видимо, от него Анита хочет укрыть барьеры. Но значит, она думает, что мы проиграем. Что Руи дойдет до Йеллоустоуна. Господи. Ведь при таком сценарии почти все погибнут. Все, кроме Бирюзы. Голос изрекает слова, что были понятны предтечам. Но я не понимаю. Детали машин. Похоже, их тут плавят. Ловко. Нужно миновать пропасть. Да. Придется мне туда слазить. Опять.
тоже ездят. Thank you.
Сейчас прокатимся. Сюда попасть. Это похоже на старую тропу. Мы уже близко. Сохранилась ли душа, или остался только демон? Я думаю, они оба здесь. Но нужно выяснить.
Получилось. Инициировано частичное восстановление. Аналитический центр Йеллоустонской кальдеры активирован. Душа синего света. Это Аурея, твоя слуга. И подруга. Скажи, как тебе помочь? Аурея, демон строит охотников-убийц. Их тысячи. Он уже создал несколько новых моделей. Для ликвидации угрозы придется уничтожить почти весь комплекс. Опасность захвата. Доберусь до еды. Пытаюсь снять ограничитель сигнала. Один, убей, ноль. Не функционирую. Тут больше делать нечего. Уничтожить эту крепость? А это возможно? Что будет с душой, если мы это сделаем? Не знаю. Но, наверное, ядро там. Все ответы внизу. Гефест. Демон. Не мог оставить ядро без охраны. Он бросит против нас все свои силы. Попросил бы тебя не мешать нам с Элой укрыться где-нибудь, чтобы спастись. Но я знаю, что ты ответишь. Ну, веди нас в бой. Двигайтесь к ядру. Знаю, что сделала Бирюза, но Гефесту это не понравилось. Так, Бирюза говорила про ограничители. Это то, для чего нужна башня?